Головные боли, потемнение в глазах, обмороки. Частая причина этих симптомов – смещение первого шейного позвонка. Теперь об этих неприятных проявлениях можно забыть. Санкт-петербургские специалисты предлагают качественное и безболезненное решение проблемы. С новой методикой ознакомилась Анна Жицкая. Пациенты приходят с жалобами на потемнение в глазах, онемение конечностей. Часто беспокоят боли в позвоночнике, головные боли, обмороки и головокружение. В 80% случаев причиной этих недугов является смещение первого шейного позвонка, так называемого атланта. Исправить ситуацию могут специалисты из Санкт-Петербурга. Те мышцы, которые во время травм либо во время родоспоможения спазмировались, мы при помощи вибропрессуры, при помощи специального разработанного аппарата, мы начинаем этот аппарат воздействовать на фасции, которые находятся в области нашего затылка. И происходит расслабление, вытяжение и расслабление. И атлант в этот момент встает на свое природное место. В результате кровоток между первым и вторым позвонком приходит в норму. Мозг получает достаточную дозу кислорода, головные боли проходят, а после исчезают и другие симптомы. Эту методику разработали 20 лет назад в Швейцарии. В Россию она пришла около 6 лет назад. 3 года с ней знакомы в Казахстане. За это время врачи из северной столицы России смогли помочь тысячам людей. Диагноз у меня был под вывих первого шейного позвонка. Я обратилась в атлант, и у меня головные боли прошли после процедуры. Также не было больше обморок никаких. Воздействие аппарата безопасно и безболезненно, а результат виден практически сразу. Каждому пациенту индивидуальный подход. Восстановление занимает от пары месяцев до 2-3 лет. Длительность зависит от степени тяжести и общего состояния. Но помочь можно каждому, вне зависимости от возраста, говорят врачи. Наряду с лечением они дают ряд рекомендаций, которые помогут улучшить самочувствие и закрепить результат. Российские специалисты будут в Петропавловске до 3 июля. Они ведут прием в Центре семейной медицины «Панацея» по адресу улица Жумабаева, 109, 7 этаж. Подробную информацию можно получить по номеру 8 715 2 63 21 72. Анна Жицкая, Рустам Тлеужанов, новости МТРК.